Шах и мат – фраза, которую мечтает произнести каждый участник шахматного турнира «Отважная пешка». Соревнования стартовали сегодня. 150 участников от 5 лет и старше. О поединках между юными гроссмейстерами Александра Медведенко. Вика тщательно записывает ходы в тетрадку, чтобы уже дома с папой разобрать победную партию. Сегодня она за 2 часа выиграла у своего соперника Миши. Потому что я считала. А он отдал фигуру, но взамен пешку съел у меня. И у него, конечно, была проходная в конце, но я ее смогла остановить. Партия, я поставила вилку на слона и коня. Я потерял слона из-за этого и пошло. И начал я проигрывать. Напряженная шахматная партия порой длится до 4 часов. Сейчас за моей спиной находятся достаточно опытные шахматисты. Многие из них в этом виде спорта по 8 лет. И, кстати, сейчас я нарушаю одно из самых главных правил – тишина. «Отважная пешка» проводится уже в 28-й раз. Это турнир, на котором выросли целые поколения шахматистов. Дома нашла шахматы и попросила отца научить меня играть. И потом меня отдали на секцию. Вот. Отважные пешки играю давно, в 2005 году я играла в первый раз. И получается уже 13 лет, каждый год принимаю участие. 4-й год я уже сужу. Помогаю теперь в этом году я первый раз главный судья зала, мне дали наоборот помощника. С таких маленьких турниров какие-то появляются звездочки, и в итоге, ну и главное, что они нормальные люди становятся. Ребятишек спросишь, что дают шахматы, а вот мозги, говорит, развивают. Ну не только мозги, они и логика, и мышление, тут все, и усидчивость вырабатывают. И, как говорят, шахматы – модель жизни. Статуса официального чемпионата у «Отважной пешки» нет. Фестиваль скорее можно назвать праздником шахматной игры. Однако этот турнир – серьезная тренировка. Дети принимают участие всего Советского района. Это сплочает детей Советского района. Центральный район у нас представлялся. Калининский, Октябрьский, Железнодорожный. То есть очень много городов, которые приезжали не только из Новосибирска, но было также зарубежье. Впереди 10 дней соревнований. За победу будут бороться представители шахматных школ Сибирского федерального округа, Урала и Дальнего Востока. Александра Медведенко, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!